Добрый день, друзья! 13 мая 2021 год, город Владивосток. Знаменательный день. Я Стороженко Владимир. Я дева. Как-то когда-то звездочет Глоба сказал, что для дев 13 число – это перемена в судьбе. Это новый виток в судьбе. Вот город Владивосток, вот такая погодка, туман сегодня. И мы в музыкальном клубе «Забриски», музыкальный клуб. Очень для кого-то может быть значимой перемен в судьбе. Вот тема Artery Network. Компания сегодня делает здесь презентацию перед отлетом лидеров на лидерский форум в Москву. 28 мая в Москве будет лидерский форум компании Artery Network. Это реально большая крупная компания Artery Network, да? И вот делает сейчас презентацию в музыкальном клубе «Набережная 9». Я Стороженко Владимир из города Уссурийска. Приглашаю вас на презентацию. Для кого-то это будет перемена в судьбе. Итак, мы на презентации компании Artery Network. Если вам эта информация будет интересна, звоните по телефону +7 924 123 24 44. Стороженко Владимир, телеграм, ватсап. И также я освещаю вот события с 11 апреля 2021 года, как у меня идет развитие в этой компании Artery Network. Это технологии блокчейн, это безопасная связь, безопасные платежи, безопасное хранение документов в облаке. Это криптовалюта, которая вот уже за 6 месяцев выросла в 12 раз. Она на официальной бирже криптовалютной. Так что можно зайти вот на биржу, обращайтесь, пришлю вам все скриншоты. И эта монета реально продается, криптовалюта, на валютной бирже. Это только начало. Но главная идея компании – это сообщество активных людей, стремящихся улучшать качество жизни вот своих партнеров, своих друзей. И за это компания нам тоже вознаграждает достойно наш труд. Поэтому это сообщество людей, интересных, активных, со здоровыми амбициями и цель достойно зарабатывать. Получается, здесь продуктом является технологии блокчейн и криптовалюта. И это только начало. Компании только 6 месяцев. Компании только 6 месяцев. День рождения компании. День рождения компании 18 октября 2020 года, а уже 12 января 2021 года криптовалюта Artery Network вышла на биржу. Ну а теперь давайте послушаем профессионалов, кому вот раньше пришла информация и кто раньше начал это замечательное дело. Ребята, 3, 2, 1. 1, 2, 3. На счет 3, руки в стороны. 1, 2, 3. Да, всем спасибо большое, огромное спасибо всем тем, кто пришел. На этом, в принципе, и все. Я считаю, что очень много полезной информации было. Это раз. Во-вторых, вы ушли уже отсюда, да, практически с огромным багажом знаний, что не может нас не радовать. Мы очень рады тому, что вас так много собралось. Всем огромное спасибо. Все, мы сейчас пьем алкоголь и по домам. Все, в принципе. Либо мы получаем новую информацию и знакомимся, общаемся. Второй вариант лучше или первый?
эти ребята идут на бар, все остальные остаются. Ладно, ребят, одна минута, и мы стартуем. Можете поаплодировать друг другу, красавцы! Можно чуть-чуть аккуратнее, да? Я извиняюсь. Новый мир, новые возможности. Надо успеть сделать, пока я не помню. Пока я не помню. Все или ничего, на топливе не экономим. Все, 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 все или ничего. 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 Друзья, сейчас начнется официальная часть презентации, поэтому я это видео заканчиваю. Атмосфера дружеская. Очень пахнет перспективами. Аромат перспектив. Смотрите за развитием событий на моем YouTube-канале Стороженко Владимир. Звоните по телефону плюс 7-924-123-24-44. Помогай Бог.